А мы двигаемся дальше. Если категория до 90 килограммов, это промежуточный вес. И первым в красный угол клетки приглашается вес, представляющий Москву, Российскую Федерацию. И во имя Евгений
И такой же мой гость в этом тайне досрочный победу на 40 секунде. Первого раунда нокаутом победу одержал боец из красного угла Евгений Паскутин. И для награждения приглашается народный артист России, генеральный директор Большого государственного московского цирка на проспекте Вернадского и чемпион турнира «Король ринга» на Первом канале. Уважаемые гости, Эдгар Запашный. Приветствую. Итак, общее фото с почетным гостем, спортсменом и нашим прекрасным олимпионом. Впечатляющая форма поражает, и в принципе люди отдают предпочтение тем, кто также спортивно выглядит. Я так понимаю, вы занимаетесь не только бойцовскими видами спорта, но также и спортивными, возможно, пауэрлифтингом? Танцами. Я кандидат мастера спорта по спортивным танцам. Вот, да. Каков был план на бой, если определенные навыки борцовской техники, потому что титулы по ударным видам боевых искусств мы озвучили, это кикбоксинг, это чемпион мира, бокс в том числе. А что насчет борцовской техники, ведь это ММА, и в принципе можно встретиться с тем, кто переводит в партнера и может доставить неудобства. С детства я люблю обниматься с мужчинами, поэтому работаю больше на как бы пресечение захвата, прохода ноги, наверное, так. Вот, еще бы хотел сказать большое спасибо организаторам, Вова, салам пополам. Всем, друзья, спасибо большое. Вот хотелось сказать больше, но, к сожалению, будет разумеется. Спасибо. Также слово почетному гостю нашего турнира. Эдгар, посмотрите, вы частый гость на бойцовских турнирах, также сами участвовали, выступали, у вас всегда спортивная форма и антропометрия позволяет выступать и побеждать. Какое отношение к спорту вы имеете сейчас? Тренируетесь ли, либо уже это кануло в лету, либо это невозможно забыть о бойцовский навык? Здравствуйте всем, друзья. Спасибо за приглашение. Знаете, я поймался на мысли, что у нас с вами хорошая пара. Вы КМС по танцам, я первый разряд по шахматам. Что мы оба делаем в ринге, непонятно, да? Но я еще раз поздравляю вас с достойной победой, спасибо большое. Люблю бои, люблю контактные виды спорта, уважаю мужчин, которые выходят сюда в ринг. Очень сожалею, что в свое время у меня не было возможности профессионально заниматься этим, потому что теперь у моего сына дороги назад не будет. Он точно этим будет заниматься. Спасибо, удачи всем, друзья. Ваши аплодисменты.